Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Друзья, сегодня хочу поделиться с вами буксом. Зашла я в этот букс вчера около 10 вечера. Но прежде чем регистрироваться, я просмотрела два раза видео своего спонсора, как бы своего пригласителя. Ну и естественно, зарегистрировалась, так как он меня сразу зацепил. Ну, вот так вот он выглядит. Хотите, переведите и почитайте информацию. Все, я уже зачитывать не буду. Так вот, у него название вот это. Вот. Я вам расскажу все в общих чертах. А там уже вы примите решение, работать или не работать. Вот. Букс абсолютно без вложений. Значит, регистрация здесь наипростейшая. Вот здесь вверху нажимаете дашборд. Здесь вот регистрация. Здесь логин. После регистрации мне пришло вот на почту вот такое вот письмо приветственное. Я залогинюсь. Здесь легкий заработок за выполнение простых действий. Меня очень зацепил этот букс. Естественно, я не могла не зайти. Вот по логину и паролю. Нажимаю логин. И после, вот обратите внимание, вот здесь в правом нижнем углу я зашла, и мне начисляют токены, друзья, только за вход. Здесь при регистрации дают 1000 токенов. Зарабатывать мы будем биткоин. Вот. И наша домашняя страничка. Значит, мне дали. Ну, вот здесь вот Елена Смирнова и мой юзернейм, ID. Значит, поинты мы здесь. Это местная монета, как бы, да, валюта. Мне дали сразу 1000 вот этих поинтов за регистрацию. И пока я его изучала, гуляла, да, по боксу, поэтому здесь просто за простые действия нам вот начисляют монетки. Я уже заработала, вот у меня 1042 вот этих поинтов. Так, далее что? Сразу хочу сказать, вот здесь наша реферальная ссылочка. А здесь статистика. Если мы кликнем, вот то, что я вчера погуляла по сайту. Вот. Давайте погуляем по сайту. Значит, ну, начну, значит, с дашборда. Вот мой аккаунт. Вот это наш профиль. Так. Здесь что? Вывод здесь сразу хочу сказать. Вот это что у нас? Я еще не встречала такой букс. Естественно, как бы меня очень зацепило это все. Далее дашборд. Так. А, апгрейд, как и в обычных буксах, но здесь, как я уже сказала, без вложений. Это нам не надо. Вот обратите, я кликнула, да? Зашла. И мне еще монетку начислили. Вот. Один поинт. Далее. Вывод. По поводу вывода. Вывод здесь. Опускаемся ниже. Вот у меня уже 1043 вот этих поинта. Вывод здесь от 5000 поинтов. 1000 поинтов равно 2 долларам. Букс платит. Мой пригласитель вчера вывел отсюда 10 долларов на биткоин. Здесь две платежные системы. Когда вот я опять кликнула, вот за простые действия, что я перехожу, мне начисляют монетки. Значит, минимум здесь написано 5000 поинтов. Далее выбирать будем платежную систему или прямой биткоин. К
кошелек или PayPal. Но это потом уже будем выводить. Так, теперь давайте это мы рассмотрели. Пройдемся по вкладочкам. Здесь у нас статистика. Вот идет. Ну, тут топ активных участников. Ну и все такое. Далее заработок у нас здесь. Вот здесь просмотр сайтов. Давайте кликнем. Вот это все заработок у нас. За это все нам будут начислять монетки. Опускаемся чуть ниже. И идет как бы... Ну, типа серфинга у нас, да? Нажимаем вот сюда на зелененькие буковки. Кликаю. Просто перешли. Все, вот видите, мне начислили. Нет капчи, нет ничего. Просто просматривать ничего не надо. Теперь нажмем следующую. Опять, видите, идут начисления по... На этом вот серфинге дают нам по одной монете. По одному поинту. Следующий заработок у нас идет. Здесь баннеры вроде бы. Я вчера погуляла. Мне очень понравилось. Значит, опускаемся ниже. Вот это все баннеры у нас идут. Ну, давайте вот на любой кликнем. Здесь просматривать ничего не надо. Просто вот кликаем, переходим. И нам вот за эти простые действия идут начисления. Я переходу, ну, вот на стрелочку я нажала обратно. И вот опять идут начисления. И вот так можно как бы просматривать вот такие баннера. Далее у нас идет видео. Кликаем видео. Опускаемся вот пониже. И опять вот, вот такие вот тут видео. Вот на зеленые буковки мы нажимаем. Даже видео смотреть не надо. Просто кликаем и все. И вот видите, я не смотрю видео, у меня уже начисление идет. И вот здесь далее заработок видео. Веб-сайт. Также опускаемся ниже. И вот здесь вот один у меня пока. Я кликаю на зеленые вот буковки на эти. И опять мне вот идет начисление. Согласитесь, очень легко и просто. Следующий заработок. Вот я на последнюю нажала. На последнюю же. Нет. Опять опускаемся ниже, кликаем на зеленые буковки и опять начисление. Далее вот этот веб-сайт, здесь еще можно смотреть. А, веб-сайт я вам уже показала. Вот здесь вот этот заработок, да? За это нам начисляют. Забыла сказать, что вот здесь за просмотр баннеров нам начисляют по две монетки, вот этих два токена. Вот. Далее. Вот эта вкладочка. Опускаемся опять ниже. Здесь вот опять на зеленые буковки я нажимаю. И мне опять начисление. Вот. Один поинт. Я ничего не делал. Ни капчу не разгадывал. Просто кликаю как бы по вкладочкам. По этим. Так, вот эту мы смотрели, да? Теперь вот эту. Здесь выполнение заданий. Но я задания не выполняю. Как я поняла. Так, ну дашборд я вам показала. Давайте перейдем вот сюда. Я посмотрю, сколько у меня уже монеток. Вот.
было сколько? 43, да, 1043. Стало 1052 токена вот этих. Но здесь есть минус, друзья. Нам дают бонус, как я, да, сказала уже. Здесь нужно заходить ежедневно. Если вы не заходите, ну, по каким-либо причинам, у вас вычисляют по 100 вот этих токенов, поинтов. Вот. Поэтому и как бы дали стартовые вот эти 1000. Как бы это не наш заработок. Вот. И если я пропущу, как бы, да, сегодня, например, я бы не зашла, у меня бы вычли 100 вот этих монеток. Вот, что здесь еще? Ну, это реклама здесь. Рекламить можно. Вот я просто кликнула, и мне опять начисление. Просто гуляем по сайту, как бы, и зарабатываем. Здесь суппорт, как бы. Вот, кому интересно, заходите, работайте, зарабатывайте. Как будет, что выводить. Вот у меня уже 1053 вот этих монеток. Но нужно заходить ежедневно. Вот. Так, реферальная ссылочка я вам показала. Здесь еще вот эти коупоинт. Вот с этим еще надо будет разобраться, конечно. Вот. Ну а здесь баннера, друзья, если кому надо. Здесь очень их много. Различные. Вот. Ну и вот этот еще. Мне определенно понравился. Кстати, вот здесь, в самом низу, вот есть соцсети. И есть у них страница там или группа на Facebook. Наверное, и Twitter есть. Вот я кликнула, перешла как бы к ним на Facebook. Вот. Ну, вроде как я вам все так рассказала в общих чертах. Хотите работать, работайте. Ну, не хотите, не работайте. Вот. Что-то я вам хотела еще показать. Что я вам хотела показать? Так. Так, это не то. Что я вам хотела показать? Сейчас нажму вкладочку «Вывод». А, опускаемся вот здесь ниже. Ну и здесь нужно публиковать как бы свой вывод. Будет. Можно как бы задавать вопросы. Вот, люди общаются. Вот так вот. Если мы опустимся вниз, видим, да, сколько здесь страниц. Ссылочку я оставлю в закрепленном комментарии. Вот хотите работать, работайте. Ну, не хотите, не работайте. Я вам подала и только информацию, ну, а решение принимаете только вы. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.